Голливудские режиссеры позавидовали бы улице проезжей. Посмотрите, здесь можно снимать голливудские блокбастеры и даже не тратиться на дымовые шашки. Однако то, что зарубежным звездам счастье, для местных жителей настоящая головная боль. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Татьяне Конько можно даже не спускаться с горки. Достаточно просто выйти из дома и пройти пару метров, как она окажется в густой пелене, вне зависимости от погоды на улице. Причем это не безобидно освежающий туман, а облако из песка и пыли. Татьяна на улице проезжей живет давно, и к ритуалам вроде выхлапывания белья после сушки уже привыкла. Ни в игрушках, ни в фруктах, ни во всем, что можно в огороде было сорвать и просто скушать, потому что тут охальная пыль. Мелкая-мелкая песчаная пыль. Летом мы рассказывали о проблемах улицы с оксюмороном названием и писали в местную администрацию. Видимо, после наших сюжетов и придумали, как облагородить направление. К мелкой пыли добавили крупные булыжники, которые привезли для маскировки ям. Камни-то и добавили проблем. Вот я, взрослый человек, иду по тротуару и закрываю лицо, инстинктивно закрываю лицо, чтобы мне булыжник попал в лицо. А если ребенок пройдет, вот, который идет в школу или детский сад, если ему попадет булыжник в глаз или еще получается, что будет травма глаза, он может стать инвалидом. Глава района и вовсе сказал, что в текущем состоянии косвенно виноваты сами жители, вернее их бездействие. Улица проезжая – это наша популярная, самая популярная улица в Гусиноозерске. Потому что она ведет на Гусиноозерскую ГРЭС. Дело в том, что когда мы проводим ремонты улиц, у нас проводится голосование. Голосуют все жители города Гусиноозерска. Нам повезло, что мы снимали сюжет днем, так как по утрам и вечерам здесь находиться просто невозможно, ведь все едут на работу в ГРЭС и обратно. А что за голосование, о котором говорил глава района, мы так и не узнали. Видимо, какое-то тайное. Других причин игнорирования самой популярной дороги города мы не видим. Никита Суханов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.